6, а то и в 10 можно ускориться, если просто начать прикладывать к этому мозги. Ну, по крайней мере, в моем случае было так. То есть, вот если сравнить, знаешь, типа там, ну, то есть, некоторые мышкой все время водят, там, знаешь, на панельку справа, потом там выделяет там это креет, потом бокс, потом, я не знаю, эти спиннером. Нет, знаешь, я ими пользовался, но потом я начал задумываться еще больше. Ты знаешь, как мы сэкономим там движение мышкой, как там, допустим, делаешь лоды, окей, не создавай новые.